В этом году очень тайное сообщество впервые допустило к себе съемочную группу. Группе была обещана полная неприкосновенность. Вот что они увидели. Мыть посуду должен Дикон. Стрелочка здесь уже лет 5 висит. Я для кого графики рисовал? Ты крутой парень, но у всех должны быть свои обязанности. Ну спасибо, что ты признал меня крутым. Он не об этом, ты совсем ничего. Собрание про квартиру, а не про то, какой ты крутой. Три вампира в одной квартире – это, конечно, довольно напряженная ситуация. Яго у нас денди из 18 века. Владислав немножко извращенец. Это моя пыточная. Дикон, это наш юный бунтар. Я должен за хату платить, а я не буду. Такая проблема. Вампиры физически не могут войти без приглашения. Пригласите нас в бар, пожалуйста. 5 баксов и на здоровье. Да пригласите нас! Нам нужна свежая кровь. Здрасте, меня зовут Ник, я вампир уже 2 месяца. Вышибала мой друг, он нас пригласит. Господа, добро пожаловать. Ник у нас просто офигенский. Я вампир. Вампир, вампир. Да он отмороженный. Ты можешь заходить через дверь? Специально к нам внимание привлекаешь? Так за вами же целая съемочная группа таскается. Ты впустил в дом охотника за вампирами? Никого я не пускал, по интернету списались. Так, нельзя есть этого оператора, можно этого оператора. Нападай, ногами. Какого ты творишь? Эй, это... Не матерись, наш девиз. Оборотни не матерятся. Реальные упыри. Да вампиры вообще всегда очень сексуальные. Скоро в кино.